Живет у нас в приюте скромная собака Герда. Ей 5 лет. Валере она ни с кем не ссорится, никого не обижает. Как она к нам попала, вряд ли уже кто вспомнит. Но несколько лет назад эта собака спасла жизнь щенку. Она смирно лежала несколько часов, отдавая свою кровь малышу, как будто понимая, что маленькая жизнь может прерваться в любой момент. Щенок подрос и давно уехал домой, а Герда до сих пор в приюте. Сегодня приехали на съемки. ТВЦ «Найди друга» называется. Эй, вот это наша. Малыш. Где наша еще одна? Уже бегает вон по площадке. Она. Со всеми уже. О, перезнакомилась. Звезда наша. Герда спокойно, да? Герда, девочка моя. Какие разы это разбухали? Ага, разбегались. Эй! Ты что пристаешь ко всем? Что, может, с ней погулять, а то она, мне кажется, уже это... Ну, можно, да.